Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре телефон Dugi X5. Пожалуй, сначала начнем с дизайна. Спереди у нас есть 5-дюймовый экран с HD разрешением. Справа качелька регулировки громкости и качелька блокировки. Слева нет ничего. Снизу микрофон и динамик. Сверху 3,5-миллиметровый разъем и USB выход. Давайте откроем его, посмотрим, что под крышкой. Под крышкой нас ожидает слот для microSD флешки, два слота для сим-карт и аккумулятор на 2400 мА. Давайте соберем и запустим его. Ну вот, он у нас уже работает. Давайте поговорим немного о его технических характеристиках. На борту этого девайса стоит Android 5.1. Вот. Он оснащен двумя симками, 5-дюймовым экраном с HD разрешением, задней 8-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельной передней камерой. Внутри стоит 4-ядерный процессор MTK6580 с частотой 1,3 ГГц. С видеоускорителем Mali 400 MP2. Встроенной памяти у него 8 гигабайт. И 1 гигабайт оперативной памяти. Давайте запустим Antutu и проверим его производительность. Как мы видим, телефон набрал 24 тысячи баллов. Посмотрим информацию. В телефоне поддерживается два касания. А теперь давайте перейдем к камере. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот картинка у нас получилась. Качество нормальное. Теперь давайте посмотрим, как телефон себя ведет в браузере. Как видите, видео в онлайне спокойно загружается. Ну и напоследок проверим игрушку. Это будет Cut the Rope.
Как вы видите, игрушка работает нормально, все четко прорисовывается, никаких лагов. Ну вот и все, мой обзор на этом заканчивается. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите следующие мои видео. До новых встреч!